такое дом? Это место, где все должно быть так, как нам нравится. Кого мы приглашаем в гости? Тех, кому доверяем. Наши ведущие приезжают к известным людям и делают все, чтобы хозяева еще больше полюбили свой собственный дом. Мы помогаем сделать его уютнее, современнее, красивее и безопаснее. Знаменитые хозяева. Беседы о том, что остается за рамками обычных интервью. Советы экспертов. Прямо сейчас в программе «Дом моей мечты». Интересно, в каком доме может жить моя сегодняшняя героиня? Она актриса, ее муж хореограф, творческая семья. И дом у них может быть самый непредсказуемый. Может, в этом русском тереме? Но нет, не тот характер, мне кажется. Вот этот интересный. Но это слишком экстравагантно. Я слышала, что в доме много стекла. А нет, маловат. Так, я уже где-то рядом. А вот там меня, похоже, ждут. Сейчас все узнаю лично. Привет! Заходите! Прямо сквозь невидимый забор. Привет! Саша, привет, добро пожаловать! Привет, Агния, привет. Агния Александра, да, очень приятно. Проходи в наш дом. Спасибо большое. Все тебе покажем, все расскажем. Агния Кузнецова, актриса театра и кино. Родилась в Новосибирске в семье художников. С детства знала, что хочет заниматься только творчеством. И после школы уехала в столицу, где поступила в Щукинское училище. Режиссеры заметили талантливую актрису сразу. Алексей Балабанов снимает Агнию в фильме «Груз 200». Затем Валерия Гай-Германика в ленте «Все умрут, а я останусь». И на сегодняшний день в биографии актрисы более 50 ролей в кино и активная театральная карьера. Супруг Агнии – танцор и хореограф Максим Петров. Они воспитывают сына Андрона. Встречай, опа, сынок! Добро, опа, пожаловать! Привет. Прямо стена, да. Андрон, встречай гостей! Привет! Поздоровайся! Поздоровайся, Андрон! Андрюша! Давай, Андрош! Закрываем дверь, закрываем! Все, закрывай, закрывай! Слушайте, конечно, как здорово, когда столько воздуха, столько света! Саша, у нас, конечно, вот наш сын, он очень любит на себя внимание перетягивать. Я ему сейчас поставлю мультик, иначе он нам тут разбомбит весь дом. Да, Андрон? Да. Заодно покажем комнату детскую. А, ну давайте, кстати, да, посмотрим детскую. Пожалуйста. Проходите. О, как тоже у него здесь светло. Заказали обои. Это мечта моего детства, чтобы у меня были обои, чтобы там была куча животных, карта, весь мир, потому что я хотела путешествовать, и я думаю, для ребенка это самый прям кайф. А вот здесь, Исландия, обратите внимание, мы проехали вокруг всей страны. Это была наша первая поездка-путешествие, да, романтическая. Отсюда можно выходить, то есть это как бы окна, но они имеет функцию выхода на террасу. То есть ты все время выходишь, можешь ходить ведет, вокруг, да, дома, собственно, и заходить, а в разные комнаты. А Андрон этим пользуется? Пока нет, я думаю, с 18 лет начнет приводить невест, чтобы не через дом. Сейчас. Прям начнет. Мне кажется, Андрону невероятно повезло, что он растет в таком доме. Он учится быть частью окружающего мира, то есть не отгораживаться от мира, так как он видит все время через огромные окна, которые у него есть в детской, природу, как, не знаю, восход солнца, закат. Он начинает ощущать с малых лет вот эту красоту мира. Сейчас находимся в сердце нашего дома. Это гостиная, которая объединена с кухней. Дом в стиле фахверк немецкий, это клееный брус, и дальше говорит Максим.
Потому что я не помню, из чего он еще. Это клееный брус, да, с большим остеклением. Да, из стекла. На тот момент, когда мы приобрели землю, я уже искал какие-то дома на просторах интернета. Я увидел дом, вот это было сразу вот клик. Все, хотим такой же. Я была против сначала такого дома. Я говорю: Максим, я не хочу жить в аквариуме. Как мы будем в нем жить? Ну, это просто стеклянный дом, все будут смотреть. А теперь это просто полный кайф. Потом, когда я не представляю себе в другом доме с маленькими окошками. Приехала в Исландию, увидела, а там нет вообще понятия штор в Исландии. Uh-huh. И мы ехали вдоль океана, я говорю: вот смотри, черный дом, это как раз дом Бьорк. Без штор, иногда можно ее видеть, там, проходящие из кухни в зал и так далее. Так там а вот как получилось, что Максим все-таки убедил Агнию, если ты говоришь, что ты не хотела жить в аквариуме, а как вот произошло? Я не знаю, как он это сделал, честное слово. Моя мечта в доме воплотилась. Я мечтала иметь второй свет, потому что я считаю, что загородный дом без второго света – это просто какая-то квартира на природе. Здесь можно прям лежать на диване. Ты как бы все время находишься на природе. Это пространство, оно входит. Ну, продолжает, входит, да. Природа к тебе входит, и... Это очень кайфово. У многих еще же момент возникает какой, что это стекло, что обязательно будут идти какие-то нехорошие люди, бросят камень, все разобьют. Вот. И это расскажи про стекло. Это второй стереотип, да. Так же, как тепло ли в доме. Если разбежаться и удариться головой, я думаю, можно повредить голову, но не стекло, это точно. У нас теплые полы. Вот. Ни одной, заметьте, батареи, да, только теплые полы. Mm. И минус 36, вот самый холод был 2 года назад, по-моему. Мы ходили в пижамах. Хорошо, есть все-таки какой-то минус? Ну вот скажите мне, я не поверю, что прям совсем он идеальный. Дома легко дышится, меняются сценарии постоянно, осенью очень красиво, желтая листва, самолет пролетает, меняются облака, это все, ну, не знаю, для творческих людей это, мне это очень сильно нравится и меня это вдохновляет. Макс любит винил, у нас обычно проигрыватель. Я коллекционирую виниловые пластинки, это да. Ретро, винтаж, это все ко мне. Покажи всем, нас, мы с Сашей пока посидим. Мы прилежим, ой, какой удобный. Ложись. Я такая, ложусь и дождь, и я такая, все, никого. А сейчас Максим будет танцевать. Собака пришла соседская. Видите, у нас приходят все коты, собаки, все любят. Запускай. Обратите внимание. Давайте, да? К нам. Очень породистая, охотничья. Вот. Да. Моя любимая фишка. Давай. Легким нажатием руки у нас получается блэкаут. Просто нажимаешь кнопку, и все у тебя. И все. И тебя никто не видит с дороги. Агния замечательно готовит. С Андроном у нас ресторанная еда. Да, это редко в силу занятости, но Агнюша у нас делает здесь такие шедевры. Я мечтала, Саша, чтобы у меня был остров обязательно. Mm-hmm. Это прям было мое желание. Все, что я хотела, я нарисовала, и наш друг нам все это сделал. То есть вообще вот все мечты, все воплотилось в этом доме, я так понимаю. Да. Да? Да. Да. Вот кажется, что такие дома, которые из стекла, они холодные, какие-то неуютные, некомфортные. На самом деле это не так. Это невероятно теплый дом, и наполненный и светом, и пространством, природой, небом. Вот обратите внимание, прекрасная картина, да, которую Агния сокреативила. А кто это, скажи? Кто это, скажи? Потому кто что это? Здесь всегда 50 на картине на 50, изображен. Да. Ну, какое животное? Это белый медведь? О! Саша, я тебя люблю. Ты угадала, потому что говорит, а это волк? Волк. Ну как, это же видно, это белый медведь. Это просто графика, это загрунтованный холст, и на нем чисто вот маркером я рисовала. Мне нравится этот медведь, он должен смотреть мордой на улицу, конечно. Типа медведь охраняет дом, медведь это мощный очень символ и оберег. Надо просто подписать «Медведь», да. Чтобы ни у кого не было больше. Если что, это вопросов. Медведь, да? Да. Тоже типа моя идея. Это Агния гостевая, называет, да, это ванна? Ржавчина жизни. Это, да, ржавчина, это гостевая, жизни. Да. Это видишь, такое типа все как ржавый короб. Я хотела, чтобы было что-то еще. Не просто серо-белое, да?
объем создается еще каким-то цветом. Но я так понимаю, сказалось то, что ты же из семьи художников. Вот это постоянное нахождение в такой творческой среде, как раз какие-то твои задумки, идеи, они здесь воплотились. Мы так и договаривались, что как бы по конструктиву дом, да, выбираю я, а Агния уже наполняет цветами, идеями. Цвет, например, дома Агния тоже. Цвет балок выбирала, я выбирала. Да. Ну, он выбирала, весь дом, потому да. что у него, у строителя, у этого архитектора не было... Да, не перебивай, Макс, пожалуйста. Можно я скажу, потом ты? Я не могу, или я буду просто молчать. Молчи. Был светло-серый, вот, поэтому Агния, да, делала выкраску специально. Тихо, все, теперь я рассказываю. Короче, цвет двери был красный. Я захотела, чтобы она была синяя, и нам сделали синюю дверь. Конечно, в первую очередь, это люди создают дом, а не просто стены. То есть то, что мы привносим в дом, тем он начинает жить, и он становится отражением нас. И вот понятно, что этот дом – прекрасное отражение пары Максима и Агнии. Пойдем, Саша, на второй этаж. По проекту здесь должна была быть гардеробная. Ага. Агния отвоевал эту гардеробную. Вау. Соответственно, здесь кабинет, офис. Я здесь сама пробы делаю для съемок. Да. Вот, но главное вид. Вид. Вид вот это, да. Моя мечта была построить дом с видом на водоем. Она осуществилась. Это картина Андрона. Это Андрон. Вот. Дедушка художник. А что это? Абстракция. Абстракция. Не знаю, это он вырастет, нарисовал. Объяснит. Это лес какой-то. Вот, Саш, у нас вторая терраса. Ну, главное, наверное, достоинство то же самое, что и из кабинета. Да, здесь можно установить небольшой столик. Видно. Все видно. Значит, закат и любоваться водоемом. Вот, собственно. И загорать. И загорать. Я здесь только загораю. Мы сюда вообще не ходим. Вся тусовка внизу. Вся тусовка на первом этаже. Стройки, вторые этажи, балконы и так далее. Да, я бы не строила второй этаж. Мой дом для меня... Это мое убежище, там, где я могу быть сама собой, в тишине, наконец-то, без кучи людей, с которыми я работаю. Для меня дом – это мысли. Мысли, они превратились в реальность, вот и все. Самое главное в спальне – это большая кровать, удобный матрас и все, потому что в спальню ты приходишь спать. Мне нужно, чтобы было тихо, темно и прохладно. Собственно, здесь только спим. Самое интересное на втором этаже находится за твоей спиной. Ванна моей мечты. Все, кто приходит в гости, они начинают смеяться, потому что она странного размера. Открывай. Ты как-то очень заинтриговал. Открывай, заходи. Выход в следующий дом там, да? Можно танцевать, такая... всякие танцы. Все, давайте танцевать. Вальс точно можно какой-нибудь, да, и ла-ла-ла. Вот коврик из камня я сделала. Ты сама делала? Да, креативно. Это я сам вырезал под свечи, под телефон, под бокал. Ванная, это ванная моей мечты. Боже мой, я вот всегда мечтала о чем-то подобном, чтобы было много пространства, чтобы это была большая комната. И отдельно стояла ванна у окна, ванна у окна. Но... Ванной я пользуюсь 2 раза в год. Да. Ну, просто захожу в эту комнату и смотрю. Класс, я хотела такую ванну. Закрываю и иду в душ на 1-й этаж. Серьезно. То есть это 2-й раз в году, вот когда ты залезла? Это Андрона домик. Ты посмотри, Макс, как он разрисовал все. А это фломастер или что? Надо постирать. Это краска. Он у нас юный художник. Все разрисовал. А думаешь, это стирается? Да, но я думаю, да, стирать. Надеюсь. Давай, ты можешь сложить? Сейчас, подожди. Давай. Куда это несем? Пойдем вниз, постирочную посмотрим заодно. И все постираем.
Агния, а у меня есть для тебя подарок. Вау! Да. Красота! Фуджо. Это качественные и экономичные средства для стирки. Они имеют концентрированный состав и подходят и для белого, и для цветного белья. Кайф! Между прочим, прекрасно отстирывают и в холодной воде. Белое становится белоснежно-белым. Ну а цветное, ты видишь, я люблю цветную одежду, не линяет и сохраняет свой первоначальный цвет. Если тебя волнует, например, запах, то здесь всегда очень приятный запах свежести, так и написано, утонченная свежесть. Отлично, я обожаю, когда, знаешь, постельное белье пахнет. Ах, кайф. Такой упаковки хватит на 50 стирок. Очень экономично. Да. Здесь есть внутри мерная ложечка, вот ее половинки хватает на 5 килограммов белья. Заметь, она не пылит, да, не рассыпается, это очень комфортно. Ну, сюда, куда? Сюда. Первую. Да? Ну и есть капсулы. Это тоже тебе подарок. Капсулы большие по размеру, поэтому одной капсулы достаточно для качественной стирки 4-5 килограммов белья. Капсулы быстро растворяются в воде и хорошо выполаскиваются. На одежде не остаются следы от моющего средства. Сбалансированная формула позволяет лучше отстирывать одежду и удалять даже стойкие загрязнения, при этом делая ткань мягкой на ощупь. После длительного применения капсул Фуджо вещи не теряют свой первоначальный вид и имеют насыщенный приятный аромат. Фуджо. Наша миссия – чистота. Саша, пойдем, я тебе покажу свой огород. Мне уже и так хорошо, вот мы вышли на веранду, на это террасу. Это сильно сказано, что огород, потому что такой огород актрисы. Две грядки в укромном месте у меня все располагается. И это супер огород! Потрясающе! Тебе придется мне на сухую верить, что здесь растет. Что здесь зайдет скоро? Верю. У меня Андрон очень любит ягоды. Угу. Здесь это все ягоды, сейчас я расскажу. Это клубника. Да. Здесь я посадила рукколу, она, кстати, взошла, мы посмотрим сейчас. Здесь лук, всякая зелень, салат, базилик. Здесь морковка. Угу. То есть огород чисто для моего сына. Вот, видишь? Да ладно, это руккола? Угу. Вышел, лучка нарвал, чесночка нарвал, ягодок нарвал, пошел на стол, положил так все лето. Грядки для меня способ отдыха и релакса. И очень интересно посадить что-то, а потом оно вырастает. Это очень круто, чувствуешь себя создателем. Грядки – это моя боль, но я смирился, я отдал часть сада под огород. Не будешь ничего есть с грядок тогда, ничего не дам тебе есть с грядок, если это твоя боль. Не давай, да, не давай. Так а как у тебя удается находить время, учитывая, что такой график загруженный, помимо там съемки, спектакли? Ты понимаешь, я отдыхаю. Я, когда здесь несколько дней нахожусь за городом, я вообще не хочу ехать на работу. Ты переключаешься, уходишь в свой дзен. У тебя сейчас сколько проектов вообще в работе? У меня сейчас один большой проект, это 8 серий для платформы. Я там играю молдавскую няню. Видишь, цвет? Да. Поддерживаю загар, чтобы максимально быть черной. Такая, да, психологический триллер. Замечательный партнер, там Саша Яценко в главной роли. У тебя, видишь, началась карьера с очень таких серьезных, интересных ролей у самобытных режиссеров, как Балабанов, Валерия Гай, Германика. Потом вот переходить к более легкому жанру, это у тебя произошло легко? То есть, или тебе приходилось, ну, не знаю, там, доказывать кому-то или говорить, что я могу и такое играть? Все время, когда должна быть девушка с надрывом, какая-то обязательно драма или социальная какая-то тоже драма, все трагично, все умирают, как бы да, это в основном так было, но в комедиях все равно я снимаюсь иногда. Ну, ты не можешь сниматься каждый год у гениального режиссера. Нет такой концентрации в русском кино, к сожалению, фильмов классных. Посмотрим, может быть, что-то появится еще. Ты, в принципе, с интересом относишься ко всем предложениям, которые тебе поступают, или ты знаешь, что вот в этом я буду сниматься, в этом нет? Я с интересом отношусь ко всем предложениям. Мне всегда интересно играть, причем независимо, большая это роль или небольшая, небольшую даже сложнее делать. Я еще в театре работаю, играю. Я смотрела роли. «Женщины Есенина», приходите в МХАТ Горького, в спектакль «Жди меня», у меня там главная роль Люськи, проститутки. И сейчас я репетирую «Три сестры»,
роль Наташи. Так что полная загрузка, все кардинально разное. Я человек ненасытный, и никогда мне не будет этого много. Кот! Это Бус, он пенсионер, он ему 18 лет уже почти. Я его подобрала маленьким, когда мне было, короче, не буду говорить, сколько мне было. И он у нас спокойный, у нас тут на пенсии, кайфует. Он прошел со мной все съемные квартиры. Мужья меняются, а кот остается. Шутка, не говори Максиму только. Иди гуляй. Все, пошел. Слушай, роскошный кот, конечно. Тут у тебя есть в фильмографии сериал «Готовы на все». Да. Где ты играешь женщину, которая вообще стендапом занимается. Это вообще тебе близко, или ты прям ходила на стендап? Я ходила на стендап, как... но это ужасно для меня, это вообще не весело, не смешно. Героиня, у нее же, получается, у нее не то, что дилемма, нужно родить ребенка, или есть такой шанс, нету. Ты как раз мамой же уже стала к тому времени, когда снималась в этом фильме. Да, у меня сыну был год. Я всем советую рожать детей, потому что это очень круто. Самый мой лучший проект, мы сейчас с тобой говорим про проекты, да. Но самый мой лучший проект — это мой сын. Как бы я, когда его родила, я поняла, что в принципе можно уже ничего не делать в этой жизни. Ты состоялась. Ну вот у вас с Максимом, я смотрю, очень такая гармоничная пара. Как вы познакомились и как произошло у вас осознание, что вы созданы друг для друга? Мы познакомились на танцевальном шоу на одном федеральном канале. Я пришла танцевать благотворительный танец, и вот дотанцевались до того, что у нас быстро возник роман «Любовь, морковь». Через 3 месяца он мне сделал предложение на Алтае. Это было романтично, на горе, на Алтайской, на конях и вообще. Вау. А через еще 3 месяца мы поженились в Москве. Кстати, у меня для тебя есть небольшой сюрприз, точнее, у моего мужа для тебя есть сюрприз. Я уже даже вижу. Да. Он натирает этот сюрприз. В этом я ничего не понимаю, поэтому дальше мой муж расскажет. Я пойду к Андрону. Агния Александра показала свои увлечения, я тебе расскажу про свои. Собственно, я люблю... Девки, не ходите замуж, не надо выходить замуж. Это антиреклама. Наслаждайтесь жизнью, да? Да, я пошла, ребят, хорошо. Ну мы еще увидимся. Да, я... Иди в огород, а я... Иди в огород. Понимаете? Несправедливо с русской женщиной. Я лишь в огороде. А чувак просто чисто катается на тачках и на всяких мотоциклах. Коллекционируешь. Все, ладно, я пошла. В общем, да, здесь... Что это за красота? Моя детка, здесь мои тоже детки, собственно, это вот... Это они от нее чешского, родились. Да, чешского производства. Это какого года модель? 75-го модель. Я езжу потихоньку, иногда на этом, иногда вот с ребенком тут по поселку катаемся на Яве. То есть все на ходу? Все на ходу. Предлагаю прокатиться. Так я с удовольствием. Я в таком вообще никогда не ездила. Что интересно, еще крыша, она откидывается. Вот. Ой, как вам идет. Опа. Ну что, на вокзал? На вокзал? О, прям возвращает в то время. Как давно такое увлечение началось? А вы знаете, всегда было огромное желание. Ну, долго к этому шел, и вот, видимо, созрел, наверное, после того, как появился дом, сразу хочется, чтобы появился какой-то гараж. График насыщенный у тебя? Да, график поездки, насыщенный. Поездки, гастроли? Да, очень. А в этом месяце у меня 25 переездов, я посчитал. Вот съемки, мастер-классы, семинары по разным странам, городам. Такие дни, конечно, они бесценные, когда приезжаешь, есть 2-3 дня, побыть с семьей. Ну вот мне Агния рассказала, как вы познакомились. Ага. А можно услышать твою версию? Познакомились на танцах со звездами, на проекте. Вот, Агния поддерживала фонд, и у нее был один танец всего, вот, собственно, одно шоу, одно выступление, да, и еще с одним, с партнером, но из двух выбран я. Ну, вы молодцы, потому что мне Агния сказала, ты достаточно быстро даже предложение сделал. Я какое-то время посвятил карьере, потом сначала своей, достаточно удачно, на мой взгляд, она у меня прошла, потом карьера как тренера. И чемпионы мира сейчас, ученики. Уже хотелось воспитывать своих детей, собственно, уже жить не для себя, а
для семьи строить наш дом мечты. Это просто бомба, потому что я обожаю вот эти все фильмы про Фантомаса, где инспектор Жуф там ездит вот на подобных автомобилях. В общем, я себя чувствовала героиней кино. Кто там? Папа приехал, смотри. Ох ты! Ура, мы приехали! Как тебе понравилось? Вам понравилось. Мне очень, кабриолете. Вот передайте эмоции Агнии, пусть она начнет с нами ездить, со мной, с Андроном. Не ездит ни разу. Ты, оказывается, не ездила? Еще ни разу даже не ездила. Да как так? Андроша. Это было потрясающе, это было так классно. Спасибо большое Максиму за такие эмоции. И в целом вообще спасибо огромное за ваше гостеприимство, за такой чудесный дом. Спасибо, что приехали к нам в гости. Приезжайте, мы вас всегда да, ждем. В гости. Да. Ты скажешь всем пока? Пока! Ну, помаши ручкой, помаши. Не, у него ручки. Давай. Он уже смотрит программу «Дом моей мечты». Да.